Не за горами юбилейный день рождения столицы республики. Как любой именинник, город приводит себя в порядок. Не на последнем месте стоит цветочное оформление. Какие новые клумбы появились в Чебоксарах в этом году, узнавала наша съемочная группа. Вишенки, клубнички, яблоко, арбуз, а также ландыш, рыбки и маски. Все эти совершенно новые творения цветочного искусства украсили наш город. Количество таких объектов постоянно растет. Так, в этом году оформили 139 городских клумб. Увеличивается не только количество цветников, но и их площадь. Бюджет выделил порядка 26 миллионов в общей сложности. Но это учитывая количество цветников, которые высаживаются. Количество цветов – это более 1 100 000 штук. И где-то вот такая сумма получается. Озеленители при оформлении городских цветников остались верны традициям. Как и в прежние годы, использованы элементы национальной символики и цвета флага Чувашской республики. А на отдельных клумбах ковровыми растениями выложена юбилейная для города дата – 545. Национальные цвета мы уж очень любим. И красный, и желтый цвет – они вот насыщены, яркие. Именно наши цвета. Для нас и Чувашской республики характерно, поэтому мы их, конечно, обязательно будем использовать. Монумент матери я, например, не вижу без этого красного и желтого цвета. Вот. И некоторые объекты тоже, вот они как бы просят определенные цвета. Бывают случаи, когда у нас горожане считают вот просто необходимым сфотографироваться непосредственно впритык цветочной фигуре. Вот в прошлом году мы столкнулись с тем, что фигура водолея, которая была установлена на зоне Чебоксарского залива, ну, постоянно топтали, пришлось вот из гальки проложить тропиночку. Что касается ассортимента цветов, то рабочие используют около 50 разновидностей однолетников. Это наиболее популярные и уже известные по прошлым годам петуния различных сортов и окрасок, бархатцы, бегония, цинерария и сальвия. Всеми этими цветами мы смело можем любоваться как минимум до конца лета. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.